ехали, машина встала, встали на аварийке, минуты две стояли и в нас ударились. Молодая пара на «Шевроле» ехала в направлении улицы Минской. В какой-то момент по непонятным причинам у иномарки отказала коробка передач. Девушка с парнем были вынуждены остановиться. Включив аварийку, они планировали установить на проезжей части знак аварийной остановки, но даже не успели выйти из машины. В их автомобиль на полном ходу врезалась другая иномарка. Мы включили аварийку, и через секунду, наверное, три, у нас сильнейший удар просто был. Слава богу, мы были пристегнуты, и все. И уже мы потом увидели вот это, вот квартиру. Удар был такой силы, что задняя часть «Ланоса» полностью смялась. Из-за деформации кузова заклинили дверные замки. Молодые люди с трудом вышли из машины. Потока не было машины. Я не знаю, как он не увидел, это было очень удивительно, очень непонятно. Да, полностью. Покинуть место ДТП на своих автомобилях водители не смогли. Пришлось вызывать эвакуатор. В аварии никто не пострадал. В обеих машинах сработали подушки безопасности. Лесна Латыпова, Игорь Бузов, эфир 24. Знай наших, участвуй в акции «Куранова-80» и получай призы. Подробности на сайте www.efir-kazan.ru.